Следующий доклад будет сделан представителем нашей науки отечественной, и работа ведется. Я пригласил специально Антона Геннадьевича, чтобы вот вы посмотрели, что не все так плохо, что наука тоже существует, развивается, и нужно ей всячески тоже помогать. Я представлю доклад. Значит, доклад называется «Генетическое разнообразие изолятов цирковирусов свиней второго типа, циркулирующих в Российской Федерации». Южаков Антон Геннадьевич, кандидат ветеринарных наук, заведующий лабораторией биохимии и молекулярной биологии. Да, ошибку допустил? Биологических наук. Виев, город Москва. Добрый день, уважаемые коллеги. Александр, спасибо за представление и за приглашение на нашу конференцию. Я здесь уже четвертый раз выступаю, так что чувствуем себя как дома. Значит, сегодня мы поговорим с вами о распространении и, соответственно, разнообразии цирковирусов свиней второго типа в России. Цирковирусные болезни свиней или цирковирус-ассоциированные болезни свиней – это несколько заболеваний различных, да, это синдром послеотъемного мультиистощения, кожно-нефропатический синдром, также могут быть респираторные, кишечные патологии, репродуктивные нарушения. Но наличие цирковируса у животного не всегда говорит о том, что, ну, не всегда говорит о том, что будут клинические признаки, то есть возможность клиническая форма, когда вирус мы обнаруживаем, а при этом нет клинических симптомов у животных. Цирковирусы в целом – это достаточно большое семейство вирусов, поражают птиц, млекопитающих. Всего сейчас более 100 видов цирковирусов находят. Из них у свиней сейчас находят 4 цирковируса. Первый – это непатогенный контаминант клеток свиных. Второй, соответственно, о нем мы сегодня будем говорить, это патоген, вызывающий разные болезни. Третий тип был обнаружен в 2016 году впервые. И его сейчас спорный момент. Есть статьи о том, что он связан с патологией, есть, что он не связан с патологией. Но первое обнаружение, например, было как раз у свиней, у которых были симптомы цирковирусных болезней свиней, но при этом генотип второго цирковируса не обнаруживался. Вот. А четвертый, это совсем свежий, в Китае обнаружен там, в 2019 году вирус, и, соответственно, по нему пока никаких данных не представлено. Итак, цирковирус свиней второго типа, вот на рисунке А черной стрелочкой показан его геном. Это одноцепочная ДНК, всего меньше 2000 пар оснований, да, то есть мы работаем в лаборатории с плазмидами, которые больше, чем этот вирус. Но, однако, она кодирует примерно 5 белков, из которых самые важные для нас – это ген ОРФ2, который кодирует белок КЭП, который, по сути, и составляет этот вирус. То есть весь вирус состоит, он безоболочечный, он только капсид его составляет белок КЭП и, соответственно, ДНК вируса. На сегодняшний день по современной классификации выделяют 8 разных генотипов цирковируса от А до H, цирковируса второго типа. Но тут нужно проговорить, что на самом деле широко распространены 3 из них, это А, Б и Д. И опять же, они не появились все одновременно. Изначально, когда вирус только обнаружили, конец 90-х, начало 2000-х годов, это всегда были вирусы цирковируса А. Затем где-то в 2000-х годах начал появляться генотип Б. И в середине 2010-х появился уже генотип Д цирковируса. То есть такие волны сменяли друг друга, да, и, возможно, последнюю роль здесь как раз сыграло применение вакцинации, которые начали широко применять на основе цирковирусов 2 как раз. Это географическое распространение генотипов. Как видите, оно тоже неравномерно. Вот, например, в Африке и Океании до сих пор обнаруживают в основном цирковирусы 2. Вот они зеленым цветом здесь показаны. В Америке и Западной Европе в основном цирковирус 2b синим цветом. И вот в Китае уже большая часть генотипов – это 2d. Но опять же, эта картина не статическая, то есть мы сейчас видим просто снимок, да, однократный. Постоянно увеличивается количество доступных секвенсов в международных базах данных. И в последнее время 2D начинает преобладать во всем мире, не только в Азии. В России, к сожалению, у нас были хорошие работы коллег из ВНИЗЖ, из Покрова в диссертациях, но, к сожалению, геномы, которые использовали, они и получали, недоступны для анализа, да? То есть они не были нигде опубликованы. Вот. Но, надеюсь, нам удастся их достать как-нибудь с помощью, может быть, Сергея. Итак, замены в геноме, да, которые нам дают новый генотип. Если у нас замены в гене белка происходят, то вполне возможно они приведут как раз к замене аминокислот в белке. Да, то есть аминокислоты приведут к изменению структуры белка. За последний год мы с вами все немножко продвинулись в вирусологии, да, многие стали за этим следить.
например, там, с коронавирусными там, штаммами британскими, индийскими, да, как раз смотрят примерно это, смотрят важный эпитоп РБД в коронавирусе, если в нем происходят замены, то, возможно, вирус начинает ускользать от иммунного ответа, да, мы все ждем появления вируса, который сможет ускользать от вакцинных штаммов. Соответственно, это влияет, да, то есть мы смотрим на геном не просто так. Нам нужно в первую очередь, чтобы эпитопы, которые содержат гуморального и клеточного иммунитета, которые в белке, чтобы они соответствовали, ну, нашим защитным. Вакцины, соответственно, против цирковируса появились достаточно быстро, и они имели очень хороший эффект. В основном они как раз на основе капсидного белка, либо инактивированных вирусов сделаны. Много разных вакцин. Но в середине 2010-х годов, как раз примерно это совпало с появлением генотипа 2D, мы увидели довольно много сообщений о том, что проявляются цирковирусные болезни там, где до этого их не, ну, не было. Да? Причем в вакцинированных хозяйствах это было достаточно часто. В общем-то, сейчас и сейчас продолжаются, периодически появляются статьи с такими результатами. Соответственно, целью нашей работы было посмотреть, какие же цирковирусы вот в настоящее время в России циркулируют, что у нас есть. Цирковирусы мы искали, проводя мониторинговые исследования в хозяйствах Российской Федерации, используя, соответственно, основные методы лабораторной диагностики, ПЦР, иммуноферментный анализ. Здесь я упоминаю на слайде еще иммуногистохимию или гибридизацию инситу. Это как раз хороший метод для подтверждения диагноза, вызывает ли цирковирус заболевание. Да? То есть вы можете покрасить пораженную ткань и посмотреть наличие там цирковируса и понять, вызывает ли он проблему или он просто есть у этого животного. Соответственно, для мониторинга мы собирали пробы от животных разных возрастов, от свиноматок и до конца от корма. И, соответственно, эти пробы проверяли ПЦР и ИФА-анализ. Такие примерно результаты мы получали. Вот. Соответственно, животные, которые были положительными в ПЦР, мы отбирали эти сыворотки и дальше проводили анализ при помощи нами разработанных систем праймеров. Мы получали полный геном данного вируса и секвенировали его, соответственно, определяли его последовательность. Здесь вы видите выравнивание относительно друг друга последовательностей, которые кодируют белок CAP штаммов PCV2. В верхней части вы видите штаммы, как раз, которые получены в нашем исследовании, в нижней – это референтные как раз штаммы разных генотипов. Здесь точками показаны одинаковые аминокислоты, а буквами, соответственно, различающиеся. А в прямоугольниках, в красных прямоугольниках, это области, как раз ранее описанные характерные эпитопы для антител, либо для клеточного иммунного ответа. Как видите, они не все одинаковые, некоторые более консервативные, замен практически нет, некоторые более разнообразные, то есть там достаточно часто встречаются замены. Соответственно, филогенетическое дерево, оно показывает родство вирусов относительно друг друга. Здесь вы видите, что большинство штаммов, которые мы исследовали, они как раз относятся к генотипу PCV2D, который в настоящее время в основном во всем мире начинает доминировать, но при этом единичные случаи PCV2 и PCV2B также были нами обнаружены. Да. Здесь, соответственно, генетическая вариабельность наших изолятов на географической карте. Как вы видите, никакой зависимости от географии мы здесь не обнаружили. Генотипы PCV2D обнаруживаются по всей стране, от Сибири и до центральной части нашей страны. Благодарю вас за внимание и также благодарю Российский научный фонд за то, что профинансировал нашу работу и мы смогли ее выполнить.